сказать, мы сменили 7 автомобилей. Перед самой границей, естественно, что-то пошло не так, потому что машина застряла в грязи. Мы выскочили буквально в голом поле, и вокруг была кромешная тьма. Мы бежали по вспаханному полю, ничего не видя перед собой, не понимая, куда бежать. С нами был сопровождающий, который, ну, в этот момент не работала сотовая связь. Естественно, это было где-то далеко, в отдаленном месте. И, соответственно, ему даже приходилось искать дорогу по звездам. В общем, это было настоящее испытание на прочность. Мы блуждали по этому вспаханному полю в течение нескольких часов, прячась постоянно от фар пограничных автомобилей, от прожекторов тракторов, которые в этот момент ездили по полю. Это было действительно очень опасно. Потом... Nous l'avons aidé et nous continuerons à l'aider parce que Marina Ovsianikova, elle incarne le combat contre la propagande. Il y a deux choses à faire aujourd'hui. Soutenir les journalistes russes qui sont essentiellement en exil. Je parle des journalistes indépendants. Il faut les aider à continuer le journalisme russe pour s'adresser aux Russes, pour qu'ils reçoivent des informations indépendantes. Et deux, lutter contre la propagande du Kremlin. Я, конечно, очень опасаюсь за мою жизнь, потому что друзья, которые мне звонят, они все время шутят надо мной, что ты предпочитаешь, новичок или полоний, или автокатастрофу. Я, конечно, отшучиваюсь в ответ, но я стараюсь соблюдать какие-то меры безопасности.